Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алена Садыкова, и сейчас я вам расскажу об одной фишке, благодаря которой я смогла немного улучшить свой достаточно простой и дешевый мольберт. У меня мольберт тренога, и у него нет такой функции, как закрепление холста, для того, чтобы он не сдвигался во время рисования. Что я сделала для того, чтобы обойти эту проблему? Я взяла войлок, который предназначен для того, чтобы наклеивать его на ножки стульев. С одной стороны он приклеивается, здесь пленочку сдираешь, и можно его приклеить. С другой стороны он достаточно плотный. Можно что-то другое использовать, но мне из подручных средств, которые у меня были, показалось это наиболее удобным. Я закрепила такими штучками холст на картоне сверху, сбоку. И для того, чтобы с нижней частью холста было удобнее работать, я подложила пару слоев и снизу тоже. И у меня низ холста более доступен стал после этого. То есть он не вплотную к дереву, а здесь не целых 0,5 мм. И сейчас я хочу немножко выше сделать это расстояние. Для этого я беру полоску войлока, отмеряю ширину, которая мне нужна, отрезаю ножницами, достаточно просто делается, отмеряю такую же точно полосочку, опять отрезаю, снимаю защитную пленку с клеевой оболочки и накладываю на уже существующие слои войлока. Делаю то же самое с другой стороны. Теперь у меня уже почти сантиметр от дерева. Я ставлю холст на картоне, и мне теперь надо изменить расстояние. Я отлепляю войлок. Я его уже использовала достаточно длительное время, и он все равно очень хорошо клеится. И приклеиваю прям вплотную. Прижимаю. За счет того, что войлок немножко такой амортизирующий эффект оказывает, я могу приклеить войлок достаточно плотно, и у меня холст будет очень плотно сидеть. Я могу все что угодно вытворять на холсте, достаточно интенсивно работать как-то, да, и у меня не будет сдвигаться моя рабочая поверхность. Вот такой маленький секретик. Сама придумала. Рассказываю вам, пользуйтесь. С вами была Алена Садыкова. Буду рада вашим комментариям, отзывам. И до новых встреч. Всего доброго. Пока.